Реальная возможность изучить систему работы законодательной власти, побывать на заседании думских комитетов и даже внести предложения собственных законопроектов. Самарская губернская дума продолжает прием документов от желающих стать частью общественного молодежного парламента 5-го созыва. Подать заявку может любой житель Самарской области от 18 до 35 лет. Важно наличие у кандидата рекомендаций от общественных объединений, личный опыт реализации социально значимого проекта или же законотворческая инициатива. Нам предстоит и какие-то положения в законодательстве пересматривать, и предстоит очень серьезные меры и шаги в экономике предпринимать. Нам нужны новые общественно-политические подходы. Очень важно, чтобы учитывались мнения и позиции людей разного возраста. Все заявки рассмотрит конкурсная комиссия. Я собираюсь организовывать, находить таких же активных людей, как и я, и организовывать социально значимые проекты и другие социально значимые проекты в Самаре и Самарской области. 45 человек, набравших наибольшее количество баллов, войдут в состав общественного молодежного парламента 5-го созыва при Самарской губернской думе. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.